Выехали на природу. Народу вдоль реки Кама битком. Солнышко жарит. Жаришка сегодня. Отличная погода. О, там что-то проплывает. Давайте посмотрим, что. Там плывет баржа. Такая длинная. Запах на природе особенный. Начался сезон. Как красиво. Это диво. Такое местечко нашли. Красивое. Малышка, малышка, вон где. Ты был на море? Я что ли? Да. Как не был? Ну, конечно. Вот там море, сейчас поедем. Смотрите, какое место. Здесь обычно у нас проходит сабантуи. Называется ипподром. Бегут кони. А мы сейчас вон там находимся, на берегу реки. Природа очень живописная у нас. Птички поют. Сейчас хотим залезть вон туда, на ту вышку. Давайте оттуда сниму вид. Вот так вблизи выглядит эта штучка. А это вечный огонь, наверное. Сейчас будем туда лезть. Посмотрим. Здесь лесенка ведет куда-то вглубь леса. Залазим на ступеньки. Надеюсь, конструкция выдержит нас. Смотрите, какой вид. Мы сюда идем. Вот так вот выглядит чаша вечного огня. И вот так выглядит Кама. Берег Кама. Какая красота. Смотрите, а здесь лес и дорожка. Спускаться, конечно, страшноватенько, хоть и высота небольшая, но все равно страшноватенько. Главное, что борты есть, можно схватить, захватиться, ухватиться. Там на катамаранах у нас плавают. Сейчас пойдем в лес. Посмотрим, что там. Здесь у нас дорожка. Лесочек. Погода сегодня очень-очень жаркая. Хочется в тенечек. Прям пекло. Птички поют, встречают. Небо голубое, без единого облачка.
Может, найдем лес? Посмотрим, куда ведет дорожка. Дорога куда-то идет вглубь. Мы все идем, идем. Она все не кончается. Ну, наверное, мы пойдем обратно. Не будем искать конца в лесу. Выходим из леса. В лесу прямо райское блаженство, тенечек, цветочки, птички. Идем обратно на пляж. Вот такой вид у нас на пляж. Идем обратно к нашим. Тут ступенечки. Аккуратненько. Погода вообще кайф.